Неприятный запах и черный дым. Именно с такой жалобой в межрайонную природоохранную прокуратуру обратился работник одного из предприятий на территории бывшего завода «Химволокно». Он предположил, что откуда-то с близлежащей территории идет выброс загрязняющих веществ в воздух. Была проведена прокурорская проверка, было установлено, что это за предприятие. Это предприятие, которое осуществляет хранение мазута в больших количествах, налив этого мазута. При этом данная деятельность сопровождается нагревом мазута, то есть связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действительно, который происходит при нагреве мазута. Стоит отметить, что никаких разрешающих документов на выбросы вредных веществ в воздух у предприятия не было. Источники выбросов не пронормированы, инвентаризация на предприятии также не проводилось. Организация эта даже не поставлена на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. С точки зрения природоохранного законодательства работало это предприятие нелегально. В связи с этим природоохранной прокуратурой были возбуждены административные дела, по которым были наложены штрафные санкции в отношении как должностных лиц, так и юридического лица за данные правонарушения. Было внесено представление об устранении нарушений требований природоохранного законодательства. Проверка использования законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха межрайонной природоохранной прокуратурой проводится постоянно, как после обращений жителей региона, так и на основе собственного планирования. К ним привлекают органы контроля, а также соответствующие лаборатории. Проводятся замеры загрязняющих веществ на источниках выбросов, а также в санитарно-защитных зонах различных предприятий. В настоящий момент решается вопрос о проведении проверок в этой сфере в первом полугодии 2020 года. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».